Всем привет! Заказал с Алиэкспресса из Китая штатив для смартфона. Пришел, стоит 250 рублей. Пришел с кнопкой Bluetooth, то есть фотографировать. Ну, в принципе, за 250 рублей штука пойдет. Никаких особенных настроек тут нету. Смартфон достается еле-еле, но все-таки он держит. Так, как подключается кнопка? Заходим, сначала включаем кнопку, заходим в Bluetooth и подключаем. Включено. Выходим. Нажимаем фотоаппарат. И вот кнопкой можно фотографировать. Ну, то есть там записывать видео что-то или это. Или фотографировать издалека. То есть тут две кнопки на Android и на iPhone. Ну и точно самое видео можно записывать. То есть видео пошло. Видео останавливаем. В принципе, штука за 250 рублей. Ну, я не скажу, что дорогая, но в принципе своих денег стоит. А так что-нибудь записать, какой-нибудь там, какую-нибудь вещь можно. То есть смартфон держится как бы плотно, его не трясет, запись идет хорошая, как бы, поэтому штука интересная. Если кому-то интересно, то можете покупать на Алиэкспрессе. Всем пока, если понравилось, ставьте лайки, счастливо!